Кто живет под водой? Конечно же, Спанч Боб! Всем привет, ребята! С вами канал Майя Баянцева и меня зовут Маша. Сегодня, ребята, в этом видео мы будем открывать, та-дам, вот такую вот коробочку Губка Боб, помочь фильма Губка Боб «Квадратные штаны». Обязательно поддержите это видео лайком. Также не забудьте подписаться на канал, кто еще не подписался. Также кликайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну и, конечно же, ребята, делитесь этим видео с друзьями. Ну а мы начинаем. Итак, ребята, мы сейчас с вами находимся в подводном дне. Мы находимся сейчас в океане. Вот так вот, и именно в этом месте мы будем открывать вот такую вот коробочку Губка Боб «Квадратные штаны». Перед вами сейчас, ребята, главный герой этого мультика, а точнее дом главного героя этого мультфильма. И вы догадались, чей это дом? Конечно же, ребята, это дом Губки Боба, так как все, ребята, знают, что Губка Боб, главный герой этого мультика, живет, конечно же, в ананасе. Вот так вот. И, ребята, вот такая коллекция эко, но мы ее ближе, опять же, рассмотрим на вкладыше. И да, всего 6 игрушечек, и у меня, ребята, уже собрана вся серия, но мне не хватает одной фигурки, именно вот этого вот зеленого чубайка. У меня из этой серии есть Губка Боб, Патрик, Мистер Крабс, Гэри, питомец Губки Боба, и Сэнди, вот так вот. Вот так вот это все выглядит, и у меня почти все серии, и мне не хватает только Сквидварда, до полной коллекции не хватает. Вот так вот, и, ребята, в магазине было две коробки, вот так вот, и из всех коробочек из этих двух коробок я выбрала эту. Но, ребята, опять же, выбрала я ее наугад, и я не знаю, кто там попадется. Возможно, там попадется повтор, а возможно, там будет недостающая фигурка. Если там будет недостающая фигурка, которая нам будет не хватать, то, ребята, я буду счастлива, и у нас, друзья, тогда соберется вся коллекция. Вот так вот. Ну что ж, и давайте не будем тянуть, и скорее начнем открывать эту коробочку. Так, и, конечно, я приготовила ножнички, поэтому давайте приступим. Итак, ребята, перед вами сейчас вся серия, и для полной коллекции мне не хватает одной фигурки. Ставьте лайки, чтобы мне попалась недостающая фигурка. На обложке у нас Губка Боб, а на второй обложке у нас Патрик. Вот так вот. Мармелад с игрушкой. У нас здесь написано «Свитбокс», вся серия, но мы ее лучше рассмотрим на вкладыше. Срок годности хороший, можете сами проверить. Точнее, можете мне поверить. Вот так вот, коллекционная игрушка внутри и вкусный мармелад. Вот так вот, ну что, и давайте-ка уже начнем открывать. Посмотрим, что же нам там попадется. Так, надрезаю скотч. Так, вот бы так аккуратненько отрезать. Надрезаю скотч. Оп. И достаю все содержимое. Так, открываем. Внутри у нас сами здесь пакетик с мармеладом. Вот так вот, давайте-ка мы его посмотрим. И пакетик с игрушкой. Так, коробочку мы убираем. Давайте смотреть на мармеладик. Как же выглядит наш мармелад. Я уже, конечно, его показывала. Ну, давайте, ребята, я вам покажу его еще раз, чтобы вы видели его. Итак, ребята, вот такие вот тут мармеладки. Можете сами посмотреть. Так, вот такие вот тут мармеладки. Вкусненькие мармеладки я пробовала уже много раз. О, оставим их на десерт. Конечно. Пока пакетик с мармеладом отложим в сторону. И посмотрим на самое главное. Это пакет с игрушкой. Вот так вот. Вот такой вот голубой пакетик. Здесь у нас написано название мультика. Губка Боб, квадратные штаны. Пакетик голубой. Вот здесь у нас сами название мультика, опять же. И такое морское, я бы сказала, оформление. Вот смотрите. Всякие рыбки, медузы, звездочки. Вот так вот. Сзади у нас этого рисунка нет. Сзади у нас просто голубой фон. Вот так вот. Этот пакетик односторонний. Но нам самое главное не пакет, а игрушка. Разрезаем пакетик и смотрим, что внутри. Кстати, откроем секрет. Самое главное, когда вы режете пакет, это не разрезать вкладыш. Да, ребята, это та фигурка, которая мне не доставала. Ура, здорово. Мне собрана вся серия. Ребята, ваши лайки, твои чудеса. Ура, я так рада. Так, Сквидвард нам попался. Ура, здорово. Ну что, ребята, вот такой вот вкладыш. В коллекции всего 6 фигурок. Это Сквидвард. Сквидвард,
Мистер Крабс, Губка Боб, Гэри, Патрик и Сэнди. Добро пожаловать в подводный город Бикини Боттом, в котором живет Губка Боб и его друзья. На каждом шагу их подстерегают удивительные приключения. Впрочем, все всегда заканчивается хорошо, и друзья идут ловить медуз или пускать пузыри. Вот так вот. Собери всю коллекцию. Вот так, ребята. Вот такая вот серия. И, ребята, мне попалась недостающая фигурка, и мне попался Сквидвард. Сквидвард. Кальмар перфекционист. Строгий малый. Живет по соседству с Губкой Бобом. Очень любит искусство. Считает себя талантливым композитором. Играет на кларнете, хоть и не умеет. Обожает уют. Выращивает цветы. Вот так вот. Вот такой вот Сквидвард. Да, ребята, это, конечно, я знаю, что Сквидвард... играет на кларнете. Да, ребята, так бывает, что человек занимается делом, но порой бывает, что он не тем делом занимается. Такое бывает, но это, конечно, редко. Вот так вот, и мне попался Сквидвард. Смотрите, какой он классный. Вот такой вот Сквидвард. Он стоит на вот такой зелененькой подставочке. Подставка вот цвет фигурки. Вот такие у него желтые глазки с бликами. Блики у него черные и выполнены в виде квадратиков. Это очень интересно. Итак, вот фигурка выполнена, хочу сказать, в принципе, качественно. Здесь у нас с вами вот такая коричневая футболочка на нем. И Сквидвард, это получается кальмар. Да, это действительно кальмар. Все-таки, смотрите-ка. Вот такой вот кальмар, смотрите-ка, вот такой Сквидвард. Вот так вот, очень интересненький. У него вот такая большая голова, как будто у него такой мозг гигантский. Затем сложила ручки. Вот так вот, и посмотрите, какая тоненькая фигурка. Ребят, фигурка, конечно, очень тоненькая и хрупкая. Он даже гнется, вот так, смотрите. Но, ребята, гнать я его не буду, потому что не хочу, чтобы моя фигурка сломалась. И, ребята, ваши лайки, твои чудеса, спасибо вам огромное. И, ребята, это была недостающая фигурка в моей коллекции. Вот так, коллекция очень классная, хочу вам сказать. И вот, ребята, ура! У меня собрана вся серия. Посмотрите, как же это здорово. Я наконец-то собрала всю коллекцию, которой я очень сильно рада. Я очень рада, что она у меня собралась. Ну что, друзья, вот такая вот коллекция. Вся серия у меня собрана. Вот так вот. Я очень рада, что вся коллекция у меня собралась. Серия очень классная, яркая и клевая. Вот так вот. И я очень рада, что она у меня собралась. И, ребята, так как у меня собралась серия, я считаю, что вот это событие, то, что у нас собралась вся серия, по-любому заслуживает вашего лайка. Так что, ребята, не жалейте лайков, также подписывайтесь на канал, кликайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И делитесь этим видео с друзьями. Вот так вот, и да, ребята, также распаковку всех остальных персонажей, которые мне попадались до Сквидварда, вы можете посмотреть на моем канале. Вот так вот вы их можете найти, распаковки всех этих персонажей, которые сейчас перед вами. Ну что ж, ребята, мы с вами собрали всю коллекцию, и это очень здорово. Мы собрали всю серию, она сейчас перед вами. Спасибо вам большое за просмотр, и на этом, ребята, все. Подписывайтесь, колокольчик кликайте, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. На с вами были, ребята, я, Маша, и мой канал Майя Баянцева. На сегодня все, пока-пока, ребята!